Всем привет! С вами Марка. Сегодня я вам расскажу о моих неловких ситуациях. Кстати, оцените мой лучок. Так, перейдем к теме видео. Сегодня я вам хотела рассказать о своих неловких ситуациях, так что начинаем. Первая моя неловкая ситуация произошла в моей... Она произошла в моей старой школе, где меня обзывали. Ну, короче, это была перемена. Я сидела спокойно в телефончике и решила написать своей подруге, потому что мне не с кем было общаться. Я просто сфоткалась и сказала, что я в школе написала. И в тот момент была в родительском чате. Здравствуйте, почему? Потому что я отправила не туда! Вот я пришла домой и увидела миллион сообщений с одного чата. Я смотрю, и там все родители такие: «Ой, куда тут ребенок в чате? А что он тут делает?» Короче, мне эта ситуация была жутко стыдно и неловко. Мне было страшно, и... Давайте приступим к следующей. Следующая ситуация произошла в деревне, когда мы шли со своими, короче, моими другалёчками просто по району. На районе идёт дождь, И я предлагаю супер-пупер идею! Почему бы нам не пойти в нашу халабуду? Кто не знает, что такое халабуда, это типа шалаш. Если кто-то не знает, что такое шалаш, то я не знаю, как вам это объяснить. Но на дороге к шалашу стояла тетечка, женщина, не знаю кто, какого она была. Короче, стояла она такая в платочке, вся какая-то грязненькая, ну, короче, неухоженная человек. Сидели мы в халабуде, шалаше, непонятно что. Было супер, и вдруг... Опа! Услышали шум в кустах. И решили посмотреть, что там. Вышли, а там эта бабка, и мы такие: «О нет! О нет! О...» Короче, выгнала она нас, и капец. Отстой! Ну, так-то у меня еще много историй, так что, если вам понравится, я их расскажу. А пока что... Всем до встречи, до нового видео. Спокойной ночи, приятных снов, доброе утро. Ну, короче, вы поняли, пока!